В Собинском районе столкнулись три легковушки и рейсовый автобус. Серьезное ДТП случилось 28 августа в 10 часов утра. На втором километре автодороги Собинка-Лакинск-Ставрово произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение четырех транспортных средств, одно из которых рейсовый автобус, в котором находилось 12 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе МВД области, водитель «Лады», двигаясь в сторону федеральной трассы М7 «Волга», выехал на встречку, после чего отечественное авто столкнулось с автобусом, который ехал в Собинку. От удара общественный транспорт совершил столкновение с иномаркой «Черри», а «Лада», в свою очередь, столкнулась с «Нивой». По состоянию на час дня за медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса. Водитель «Лады» госпитализирован, его пассажир отправлен на амбулаторное лечение. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.